Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня побывал в ряде хозяйств республики и ознакомился с ходом уборочных работ. Тему продолжит Родион Архипов. В этом году обильные дожди чуть было не испортили урожай зерновых. Переизбыток влаги в почве вынудил объявить режим чрезвычайной ситуации в 16 хозяйствах республики. К уборке озимых и яровых приступили с опозданием в 2-3 недели. Сейчас комбайны работают в полях во всех районах, кроме Красночитайского. Сегодня глава республики успел объехать 3 района – Цивильский, Красноармейский и Ворнарский. Картина везде разная. Несмотря на длительные дожди, в Цивильском Беконе рассчитывают на хороший урожай. У нас уже третий день уборки идет. Работают в поле 8 комбайнов. Урожайность средняя идет, а зимой пшеницы 44 центнера с гектара. Агрофирма Таябинка Красноармейского района ежегодно входит в клуб «Агро-100», а это весомый показатель эффективности предприятия. На сегодняшний день убрали 500 гектаров зерновых. Урожай составляет на сегодняшний день средняя по хозяйству 40 центнеров. По прогнозам специалистов, урожайность в этом году ожидается не меньше, чем в предыдущие годы. Потери надо минимизировать. И это на сегодня основная задача земледельцев, считает глава Чувашии. Задача сельхозтоваропроизводителей, земледельцев – использовать каждый час хорошей погоды, каждую минуту. Сегодня погода позволяет убирать уже зерно при влажности там 16-18%. Конечно, здесь ленность надо убрать. Всем надо мобилизовать и человеческие ресурсы, и материальные ресурсы. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.